Длинные очереди выстроились перед книжными магазинами Лондона. В Великобритании стартовали продажи скандальной автобиографии принца Гарри под названием «Запасной». По информации местных СМИ, почти 10 книжных магазинов, в том числе в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, продолжили работать в ночь с понедельника на вторник, чтобы иметь возможность первыми предложить всем желающим 415-страничный том откровений младшего сына короля Чарльза III. Книга уже заняла первую строчку в списке бестселлеров, а гонорар автора составил 20 миллионов долларов.